беседуют на повышенных тонах, и она ему говорит: «Леня, ты у меня ни рыба, ни мясо». Он говорит: «Согласен, Рая, я у тебя и ни рыба, и ни мясо, я у тебя птица, орел называется». Она говорит: «Какой ты орел? Ты дятел, перфоратор, задолбать можешь кого хочешь». Запели дятлы туже сад напруги, запела ляпушка и выхухали крот. Запели дятлы и запели их подруги, все то запело, что имело рот. Переверну я музыкальные странички, в них птички, 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 птички. Отец с сыном в зоопарке стоят у клетки с пеликаном. И сын спрашивает: «Папа, почему у птички клювик такой подрасплюснутый?» Отец долго смотрит сыну в глаза и медленно говорит: «Папу не слушал, потому что у пеликана очень мощное хлебало. Он, видно, раньше громко пел, как Монсеррат. Видать, кого-то его пение достало, и ему дали прям вокальный аппарат». А есть птицы, знаете, с красивым голосом, да, и возможностями классными вокальными, а называются не очень. Вот глухари, например. Глухари на таковище, кто как хочет, так и свищет, всех хитрей глухарь Валера. Сволочь свищет под фанеру. Переверну я музыкальные странички, в них птички, 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 птички. А есть птицы, которых циклит вот просто на одной ноте. Вот сядет и будет сидеть на одной ноте постоянно. Кукушка куканула часа в три, в такую рань, когда сопят все в две ноздри. Запомни, милая, с утра петух поет, еще кукукнешь раз, кукукалку порвет. А бывает, знаете, тоже вот как-то 2-3 кряка и вся композиция, да? У пернатых же у них бывает очень долго вокально длится какая-то фиоритура, а бывает коротко, допустим. Прокрякал селезень в пруду, сказала утка: «Не пойду». С пруда не затихает кряк, гляди, нашелся мне моряк. У птиц ведь тоже все почти как у людей, сотни характеров, повадок и идей. Вот дикий селезень так крякал, что устал. Петух пришел, прокукурекал, оттоптал. Петух топтал, куре без перекура. Часа четыре лилась эта процедура. Петух топтал корову и индюшку. Он даже топтал немного хрюшку. Он даже топнул на корову и козюлю. И уже целился, пардон, на бабу Юлю. Все петуху сегодня, братцы, нипочем. Перед бульоном и наваристым борщом. Час свой последний показал он блеск и шик. Мужик он даже в Африке, мужик. Кстати, петух, он будет защищать своих курочек до последнего. Композиция называется «На окуры тянутся гламуру». Или второе название. Павлин гламурнее куры, это ясно. С ним рядом кура выглядит ужасно. Павлин гламурил с курой рябой за сараем. Квахтала ряба, я от счастья умираю. Ах, сколько перьев, ах, какой же он гламур. Павлин всегда найдет в себе таких вот дур. Но в этот раз петух пресек эту измену и оборвал павлину перья у крыльца. А кура ряба в наказание за смену должна сносить теперь аж 23 яйца. Переверну я музыкальные странички, все улетают, улетают чудо-птички. Красивых птиц удел полет меж облаками, и я стрелять хотел, но сжал ружье руками, и я позволил им уйти за облака. Они уже в пути, но все, пока, пока. Затихли звуки в камышах, я сделал выдох не спеша, и в воду выбросил ружье без сожаления, и билось сердце чуть дыша, сияла радостью душа, и было чувство у нее
как день рождения. Я закрываю музыкальные странички. Все, улетели, улетели чудо-птички.